деревянная обрешетка, по периметру обвязывается проволокой, и это дает защиту и уверенность, что дерево не повредится. Спасли от вырубки, а скоро будут защищать от повреждений во время строительства. Гектар участка неподалеку от барнаульского санатория. Через несколько лет здесь вырастет жилой комплекс. Компания «Мой дом» спроектировала микрорайон, сохраняя деревья и обыгрывая рельеф с перепадом высоты в 10 метров. Мы посадили во враг подземный паркинг, а на крыше этого паркинга разместили 3 жилых корпуса. Таким образом, мы не отнимали часть существующего леса. Рельеф – главная изюминка проекта. 5 жилых многоэтажек компактно расположатся в лесном массиве. 3 во враге и еще 2 наверху среди сосен. Нейтральные бело-серые цвета, балконы без кричащих стекол и 9 этажей. По мнению архитектора, такая высота оптимальна для того, чтобы органично вписаться в окружающий рельеф. Почему вот в старом жилом фонде уютном мы сами жили там в хрущевках каких-то? Потому что они были построены 50-60 лет назад, да, и те деревья, которые были кустиками посажены, когда сейчас они уже выросли до выше крыши домов, и там всегда уютно, там тени летом, зимой тоже, особенно если там хвойные растения присутствуют, намного себя лучше, комфортнее чувствуешь. Там двор не перегревается, какая-то приватность создается. В плане благоустройства здесь все сделала сама природа. За ее сохранностью чутко следили жильцы соседнего комплекса. Они успокоились, когда застройщик представил бережливую по отношению к березам, соснам и липам концепцию. Определили места, где будут высаживаться компенсационные посадки. А где это будет? Это будет на их территории. Они сейчас внутри себя должны обсудить, ну, закрепить это местоположение. Впрочем, понравится, будущий комплекс должен и за счет инфраструктуры. На первых этажах разместят детский сад, фитнес-зал, офис ТСЖ и помещение для коворкинга. Заборов не будет, заверяет архитектор. Открытое пространство для жизни прямо на природе. Еще одна фишка этого объекта – то, что дорожки будут не заасфальтированы, а деревянные. С одной стороны, это экологическая тема, а с другой стороны, недобросовестные автомобилисты не смогут ездить по дорожкам для людей. Первые работы здесь начнутся в апреле. Общий срок строительства комплекса застройщик оценивает в 2,5-3 года. Это будет первый в Барнауле жилой экокомплекс. Анастасия Дороган, Андрей Печоркин. День с толком.